Таврида. В Крыму. На Бакальской косе. Впечатлений полно. Несмотря на то, что я здесь нахожусь чуть более суток, я прямо в восторге от молодых людей, от организации. Даже не верится, что это вот может быть вот в наше время вот так вот все. Просто я какие-то даже свои фундаментальные пересматриваю отношения к современной молодежи. Я видел лица, я видел азарт в глазах. Я просто потрясен. Очень-очень достойно. И очень нужное мероприятие. Спасибо организаторам за это. Таврида. В Крыму. На Бакальской косе.